Инспектор по делам несовершеннолетних Голицынского отдела полиции провела информационно-профилактические беседы с ребятами во дворах и на улицах города. Главная цель акции – профилактика детского травматизма во время школьных каникул. Ребятам рассказали об опасности игр вблизи проезжей части, о требованиях безопасности при поездках на велосипеде. Кроме того, страж порядка настоятельно рекомендовала ребятам не вступать в разговор с незнакомыми людьми.